Чтобы работа с клиентом была удобной и прозрачной, необходима информация, считает жительница Одинцова Ольга Даньшина. Женщина оплачивает коммунальные услуги в клиентском офисе Мособл ЕРЦ на Новоспортивной улице. Именно сюда она обратилась, когда неожиданно для себя обнаружила задолженность за электроэнергию. Копить долги не в правилах законопослушного клиента, регулярно оплачивающего коммунальные услуги. Ольга Даньшина пришла в Мособл ЕРЦ за разъяснениями. Конкретно у меня возникла проблема в том, что мне выставлена задолженность по услуге электроснабжения, по услуге в едином платежном документе. Московский областной единый расчетный центр обслуживает 35 тысяч лицевых счетов жителей Одинцовского района. На территории работают 5 клиентских подразделений, 2 из которых в Одинцово. Осенью 2016 года был запущен новый платежный документ, в котором появилась строка «Электроснабжение». По словам представителей единого расчетного центра, задолженность у жительницы Одинцова образовалась еще в 2013 году. После выяснений, сверок и согласований стороны пришли к единому знаменателю. В настоящий момент после оплаты задолженность была погашена. Все. По состоянию на 10 число задолженности не было. Вопрос с задолженностью не единственный, с которым Ольга Даньшина и представители общественной палаты Одинцовского района пришли в отделение Мособл ЕРЦ. В комиссию по ЖКХ регулярно поступают обращения, связанные с коммунальными платежами. Общественники предложили руководству клиентского офиса разместить в помещении, где ведется прием посетителей, дополнительные стенды с подробной инструкцией, куда обращаться при возникновении спорных ситуаций. Недостаточное информирование может стать причиной серьезных разногласий, которых в этот раз удалось избежать. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».